В Бурятии продолжают действовать 14 ледовых переправ. Закрытие планируется во второй декаде марта. Однако уже сейчас спасатели рекомендовали главам Северобайкальского, Баргузинского, Прибайкальского и Кабанского районов изменить срок запрета и перенести его на ближайшие дни. Дело в том, что у нижнего изголовья Святого Носа и устья реки Баргузин наблюдается изменение структуры льда и образование расхождений. Толщина льда в этом месте составляет от 50 до 70 сантиметров. Данная толщина является аномально низкой в такое время года для озера Байкал. Предпосылками для истончения льда стало то, что на протяжении последней недели наблюдались высокие температурные показатели. Всего с начала года на водных объектах Бурятии спасли 10 человек. Произошло 5 происшествий, в результате которых один человек погиб. В частности, за прошедшую неделю зарегистрировано 2 частичных провала.